Хей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. Окей, в прошлой серии мы убили божества Нита. Теперь мы с вами что делаем? Во-первых, обратите опустошение. Да. Мы улучшаем костер данный. Да? Да. Выжечь, да. Дальше, что мы с вами делаем? Берем данный телепорт. И мы перемещаемся с вами к дочке Хаоса. Да. Мы сейчас с вами улучшим Эксус. В принципе, мы могли бы, так сказать, воскресить нашу хранительницу огня, но смысл... Если навряд ли этим огнем буду пользоваться. Вот усилить флягу с Эксусом? Да, я могу. Так, теперь перемещаемся обратно. Переместиться. Анарлонда, да? Камень дракона, алтарь повелителя могил, склеп темных лун. Так, ладно. Анарлонда. Походу нам придется заново туда бежать, к... Это, походу, архивы, да, у нас? Да, это архивы у нас. И сейчас отправимся к архивам. Здесь хорошо, что врагов нету, мне не нужно драться с этим рыцарем. Потом мне нужно будет найти кольцо и убить одну девчульку, которая там будет. Знаете, а что мне вообще хотя бы по кольцам? Ах ты ж, ё-моё. У меня возможность бегать по этому. Тут-то мне нужно колечко защиты. Я думаю, чё я от тех малых убегал так быстро? Теперь понятно почему. Теперь понятно почему. Это иллюзорка? Нет. Слишком темное место. Очень темное. Это потому что я создал ночь. Но я не думал, типа, если я убью, меня сразу перекинет к боссу. Но вы этого не произошло. Поэтому. Хорошо, что здесь больше этих кабанов нету. Ну, в принципе, место довольно большое. Против кабанов сбежать легко было бы. Че, поехали. Смотреть, что да и как здесь. Так, ну это понятно, у нас лифт. Ладно. Давайте я сразу отдохну. Хранюсь, так сказать. Ой, у меня аж человеческий, да, вид? Да, давайте я еще, наверное, улучшу костер. На всякий то случай. Кто вообще знает, сколько я здесь буду лазить? Так, стоять, где оно? Так, да. Использовать одну. Сейчас мы с вами костер усилим. Пожечь, да. Чтобы у нас было 15. Я вообще могу сделать ее до 20, но смысла я не вижу. Будет 15. И поехали. Склеп великанов можно потом изучить, но, блин, у меня нету способности, то есть я не могу юзать магию, то есть я не могу, ну, чудеса, так говорить, так сказать. О. Бац. Ты ж, ё-моё. Вот это крыски. Хорошо. Я понимаю, что сейчас будет жопа. О!
Он был плюс еще усиленный. Ух ты ж, ё-моё. Мне интересно, почему вот этот голем не нападает. Не, но что-то они наносят слишком много эти кристальные рыцари. Они очень много наносят. Короче, я сейчас отхилюсь. Мы быстро пробежимся. Добро. Пипец, минус уже фляги, понимаете? То есть вот так все у нас слаживается. Мой меч уже не такой хороший, потому что убивает только с трех ударов. Я бы не сказал, что за них так уж и много дают. Так, душа. О, прямой меч, нихера себе. Так, ладно. У вас больше ничего, да, не выпадет такого. Все, или здесь еще что-то есть? Нужно хорошо изучать библиотеку. И мы сейчас того голема убьем, который у входа. По идее, это у нас голем для этого квеста. Вау. Изи. Сейчас должно что-то с него было выпасть. Или нет. Или мне золотой нужен голем. Или нет. Блин, может флягу пойти все-таки улучшить еще раз. Не, здесь только эти нужно делать. Бэкстепы за ней. Контратаковать я не знаю насчет. Потому что они слишком уж какие-то по урону сильные. Очень сильные по урону, ребятки эти. Ага, сундук. Что, что это сияет так? Так, мерцающий титанит. А чего это такое внизу вот сияет? Ни хрена себе мне подниматься наверх. Найс. Что там у нас? Хорошо. Крыса. Замечу, что мы находимся в том же месте, но здесь светло. Блин, а сложность-то будет ого-го. По идее, это те же самые мертвецы со щитами только. Но их не сложность, это то, что они алмазные. Главное то, что их ваншочу, это вот единственное. О, мимик.
Мимик. Минус мимик. Минус мимик. Так, рыцарский щит кристаллом. Так, 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 так. Что я там нового вообще получил? А, ну это обычный щит, по сути, только прочный, хорошо. Блин, у нас уже с вами этих много. Душ. Ладненько. Получается, нам только вверх. Отправляемся. А, это обязательная смерть, точно. Так, как там делали? Ладно, сдох. Блин. Я мог бы сюда спрыгнуть сейчас. Дело в том, что я там подыхаю. Если мне память... Если мне не память... Чик-чик-чик, не врет. Сейчас посмотрим. Ай. Я не помню, на самом деле. Сейчас посмотрим. Да, это все место, которое я вздыхаю. Автоматически вздыхаю. Поэтому нахер туда идти, я не вижу смысла. Я там умру. Это одна из обязательных смертей в игре. Ё-моё, не получилось. Не получилось. Наверх. Я сейчас хочу одну вещь попробовать. Если получится, я буду рад. Если не получится, будет обидно. Ну, не получилось, ладно. Я не успел выпрыгнуть. Блять, нужно было зажечь костер. Ладно, в принципе. Хотите, давайте я, в принципе, просто пробегусь. Я не буду убивать здесь никого. Сейчас посмотрим, если голем здесь будет мертвый, значит я все правильно сделал. Что его убил. Это голем для долца. Нам еще, блин, в руины Нового Лондона нужно сходить, я не помню, что там у нас. Ой, бля. Боже мой, эта хрень еще жива там.
И что делать? И что будем делать? Я думал, ты одноразовый парниш. Ой. Тихо. Сейчас будем пытаться, ребят. Ну, вы там, если что, держитесь. Просто все равно, если я объясняю. Если я сдыхаю, я эти души теряю. О, получилось. Ах ты ж, ё-моё. Вот здесь я вот должен был перепрыгнуть на подоконник. Окей. Хотите, я могу, в принципе, вернуться за теми душами. Использовать косточку возвращения. Прокачать один уровень. Мне необходимы, да, там? 25 тысяч нужно. Для всего этого. И пытаться дальше юзать бах. Просто и так я сокращаю свою смерть. Хотя... знаете что? Давайте, да, я, наверное, косточку заюзаю. Так, тихо. Бац. А, мне хотя бы нужно было еще одного убить. Или давайте еще раз попробуем, ладно. Эх, ладно, короче. Не получилось, сейчас этих убьем. Хотя бы одного. Бац, бац. Добро. Ну, вы видите, да, они все расходятся. До свидос, я сверху лучше телепортнусь, ну нахер. Пока. Так, ладно, инвентарь. Теперь нормально, без всякой херни. Косточка возвращения. Да. Нам, в принципе, туда нужно, поэтому мне хоть так, мне придется сдыхать. Поэтому, если сдыхать, тогда лучше с фулл банками. Потому что там будет другой костер на самом деле. Подожди. Мне нужно новый уровень. Душка. Использовать одну, окей. Так, это я получаю сейчас 2000. Так, новый уровень. Ох ты ж, ё-моё. Инвентарь. А, душа лунные бабочки. Ладно, лучше эту заюзаю. Использовать. Блин, но на самом деле, если бы я туда запрыгнул, мне не пришлось бы
Я пропускал бы полностью всю локацию. Новый уровень, ХП вкачиваем, принять, да. Окей. Ладно, побежали. Блин, это сколько я 20 минут потратил на то, чтобы просто попадать сверху, найс. Знаете, почему я хочу туда пойти, в ту локацию? Ну, где мне придется сдохнуть все равно. А, потому что там можно найти душу хранительницы огня. То есть у нас будет фляга уже на плюс 6. Да-да-да. Поюзай магию. Поюзай магию. А, найс, точно. Ох ты ж, ё-моё, ребят. Мне все равно бегать все это дело. Ой, да дай ты секирку. Ладно, пойду. Вот это я что-то плохо раздумал. Раздумал. Ох ты ж, ё-мо. Тихо. Так, ну этих сейчас я... Пипец, сколько их тут! Чисто все! Ладно, посрать. Пускай пуляют куда хотят. Мне тоже посрать, с какой стороны заходить. Мне главное успеть от... Нажать! Сусать. Все. Изи. Да, здесь этого нету челика. Этого челика здесь нет. Ну, как говорится, обязательная смерть. Не терять душ нечего. Он бессмертный. Могу доказать. Ой, все-таки урон мне нанес. Короче, вы видите, один урон. Все. Вздыхаем. Блин, только минус фляги, конечно же. Ну ладно. Думаю, 3 человечности потрачу. Или больше. Вот он, наш костерчик с вами. А, потом отдыхаем. Да, все, хватит.
А, мы ваншотим его, все, зашибись. Ключ. Изи. Вот. Это он говорит, что типа сбежал челик. Надо его ловить. Вот откуда они вылазят, то там вдалеке. То, что нам нужно, ребята. Это... А я в клетке. Ты ж ё-моё. Это, знаете, челики, которые всегда прессуют других людей в тюрьме. Ну, типа, поплатились. Так, я не помню, что здесь есть хотя бы. Так, заперто. Помню, иллюзорных стен здесь не было. По идее, должна вот эта дверь открыться. Там что-то, проход или что-то типа того. Честно, я уже не вспомню. Либо мне вниз, видите? О-о-о, за мной уже погоня, все. Эта херня учуяла меня. Погнали сюда. Бля... А, не помню, они сильные опасны. Ну, если они бьются с двух ударов, не думаю, что они такие уж мощные. Вот ящерки те две, которые на меня смотрят так. Чё ты? На. Давай, давай. На. На. А он может тоже попасть по мне. Вы чё думаете, я просто так бью? Ага. Блин. Вот кажется после таких ударов, что там все-таки ничего нету. Ну там есть. А зачем мне наверх, подождите? Мне точно нужно вниз. Так, ну эти уже не за мной бегут, ладно. Погнали к ящеркам. Мысли. О, попал. Теперь они обязательно должны загреться. Ух ты ж, ё-моё! Тихо. Все-таки нет, они намного сильнее. Что-то больше этот меч не тащит. Очень прискорбно. Ну, надеюсь, я не зря туда иду. Проход, потому что там. А здесь я не знаю, что. А. Заперт. Можно попробовать. На всякий случай фулл хп сделаю. Найс. Классно.
Классно, классно, классно. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.